Глеб Новиков из лесного городка занимается танцами 6 лет. Юношу увлекает диско, причем танцует он не только на российской сцене. В прошлом году Глеб принял участие в чемпионате Европы, дошел до полуфинала. Тренирует спортсмена Юлия Гвоздева, руководитель танцевальной школы «Элит Дэнс». Хоккеем и футболом я тоже увлекаюсь, но танцами больше всего, потому что, у меня прям прет вот на это. Есть конкуренция. Во-первых, мы, например, в хип-хопе выставляем начинающих наших танцоров, да. А в диско, да, здесь, в принципе, нет конкуренции, потому что и больше, наверное, никто не соревнуется в такой номинации. Вот, но все равно интересно. И каждый раз мы как бы готовим новые номера. Хотя стили те же, но номера как бы каждый год готовим другие. Хореографический конкурс «Балтер Психоры» проводится уже в 11-й раз. Его любят и ждут в Захарово. На сцене сельского дома культуры танцоры из 20 образовательных учреждений района. Номинации разные. Народный и эстрадный танец, современная хореография и классика. Жюри у нас профессиональное, исключительно хореографы. Председатель Данилкина Жанна Витальевна – это педагог-хореограф Нарасановской детской школы искусств. Члены жюри Никонова Елизавета Николаевна – это постановщик-хореограф нашего известного театрального центра «Жаворонки». И Тимофеева Елена Викторовна – это методист, хореограф Захаровского муниципального сельского дома культуры, который принимает всех конкурсантов. Мы сейчас гримируемся, делаем красивый макияж. У нас девчонки будут танцевать современный танец в стиле диско. Поэтому мы делаем такие стрелки, грандиозные, большие. Вот, и прическу девочкам. «Балтер Психоры» – отличная возможность проявить свои танцевальные таланты. Ученицы третьей школы города Одинцово подготовили современный танец. Ребята из школы номер 5 постарались раскрыть патриотическую тему. Их случайный вальс – дань уважения и признания тем, кто отдал свои жизни и молодость за Отечество. Мы любим историю и хотим напомнить тех, кто, что всем напомнить то, что были те времена, которые воевали, было страшно, не то, что сейчас. Вот. И этот танец был во время перемирия. Каждое выступление конкурсантов жюри оценивает по нескольким критериям. Постановка композиции, сценическая культура, профессионализм, артистизм, оригинальность исполнения. Лауреатами станут танцевальные коллективы, получившие твердые пятерки. Итоги хореографического этапа районного конкурса «Ступени» будут подведены на торжественной церемонии закрытия. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».